В центре города вокруг кинотеатра кипит работа, но настоящих поклонников качественного кино эти временные неудобства не должны пугать. К кинотеатру «Искра» можно подойти без проблем, но сейчас к нему ведет только вот этот небольшой проход со стороны Советского проезда. Дальше нужно пройти по деревянным доскам. В данный момент здесь действительно не очень уютно, но если мы спустимся по ступеням и подойдем к кинотеатру, то увидим, что вход в него абсолютно свободный. Рекламные щиты указывают на то, что главная сенсация этого лета – фильм «Король Лев» уже в прокате. Здравствуйте. Две билетика дайте, пожалуйста, на «Король Лев». 500 рублей цена двух билетов. Звук Dolby Surround и огромный экран. Что еще нужно, чтобы оценить визуальную красоту и революционные спецэффекты фильма? Сравнивать этот фильм с первым рисованным невозможно, ведь он полностью создан с помощью фотореалистичной компьютерной анимации. Современная картина вышла на экраны 18 июля 2019 года, когда старому мультфильму исполнилось 25 лет. 10 апреля был выпущен первый трейлер картине, который за первые сутки набрал более 220 миллионов просмотров. И хотя сюжет многие из нас знают с детства, история благодаря спецэффектам смотрится иначе. Действие фильма разворачивается в африканской саванне, повествует о молодом льве по имени Симба, который был изгнан из Прайда, но годы спустя он возвращается, чтобы вернуть себе трон. Вообще потрясающе, такая картинка, песня, ну это вообще, я в восторге полном. Мне понравилось очень сильно, там все было как настоящее. То есть на мультфильм вообще не похоже? Когда, по-моему, там видела картинки какие-то, я подумала, что там все прям настоящее. Понравилось. Очень хороший, поучительный. За две недели проката фильм уже собрал более 530 миллионов долларов. А это о чем-то говорит. Не пропустите и вы это зрелище. В кинотеатре «Искра» ждут вас. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.